И всем доброе утро, день или вечер. Сегодня мы с вами пойдем и посмотрим, что же выпадет из 15 штук. Собери их все. Так, ну эти контейнеры не очень такие хорошие, но мне в принципе голда не нужна. Можно всякие сертификаты получить для веток. Let's go, первый пошел. Ага. Ну уже меня пытаются, как бы сказать, что мне ничего не выпадет. Прекрасно видим с вами. О, синенькая первая пошла, нифига себе. Ну, посмотрим, может танк хотя бы выпадет, давай. Бывает. Напишите в комментариях, открывали ли вы эти говносундуки или нет. Может их хвалить надо? Ну давайте, самые лучшие сундуки в мире. Ага. Ну, короче, понятно, сейчас с этими контами. Оу, 1000 золота падает. Я в шоке. Я в шоке, реально. Вот это нежданчик, 1000 золота. Здесь не. Понятно. Поехали посмотрим. Может, надо открывать их в ангаре. В хранилище. Я не знаю. Ладно. Давай посмотрим. Тут много танков. Хотелось бы коллекционочку. Может, голду себе отбить хотя бы. Давай посмотрим. 7 штук осталось. Угу. Круто. Ну, я думаю, вы уже поняли, что эти контейнеры очень надо открывать. Вообще, каждому советую. Это необъяснимая, конечно, вещь. Ну, чисто ничего не падает. Залагало, но ничего не выпало. Прикольно. Давай, может есть. Ну давай Думаю, всем все прекрасно, теперь понятно. Да.